Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Ну что, заберем вначале награды и откроем с тобой колоду. Посмотрим, что тут выпадет. Ага, крип. Точно, нам выпадает крип. И мы с тобой забираем реворд за выполненное задание. Ну что, идем быстренько к Донателло и начинаем продолжать искать недостающие элементы. А в данный момент нам нужно с тобой найти три ячейки крэнгов. Попытаемся. Так, одна есть. Давай вторую. Дудки. Ну что ты будешь делать? Ладно, давай попробуем найти здесь две ячейки силовые. И потом уже пойдем искать остальное все. Так, остается нам последнюю штучку найти. Микроскопы эти вечные нам с тобой выпадают. Но это ничего страшного. Все, насобирали. Так, и нам нужно найти с тобой 18 наушников. Да, тоже задачка не из простеньких. Причем, как я вспомню, что эта зеленая колба будет выпадать практически постоянно. А у меня что, уже выполнено задание? А ну, подожди-ка секунду, я гляну кое-что. Да, уже выполнил задание. Ладно, поднять уровень персонажа. У нас с тобой 10 тысяч мутагена, и значит, будем с тобой поднимать по уровню. Может быть, Тимати? Так, а нам хватит, чтобы его прокачать? Да, нам хватает, ребята. И он получает 62 уровень. Шикарно. Забираем остатки роскоши и бежим с тобой на арену. Я хочу как раз посмотреть, где мы с тобой там находимся. В Лиге Сёгунов, как видишь, да, 3 звезды и ранг 36. Значит, кстати, секундочку, ребята. У нас с вами 110 монет. Быстренько забежим с тобой в магазин и кое-что приобретем. Так, ну что, будем Леонардо, да, собирать? Поехали. Приобретаем 3 ДНК на Леонардо оригинал. Так, а по жетонам, а тут все у нас плохо. Так что бежим с тобой на арену и начинаем, ребят. 5 откатов у меня есть. И кого бы нам тут выбрать? Ну, между Данилом и Хромедия. Ну, если смотреть по уровню, то мне кажется, что Данил будет послабее. Поэтому возьмем, наверное, его. 67 уровень здесь максимальный. Тогда мы будем с тобой брать 60-х. Так, Лео. Леонардо. Так, подожди-ка, я вот просто смотрю, сможем ли мы одолеть. Может быть, нам убрать здесь паукусы и взять Армагона. Но это на всякий случай, ребят, чтобы подстраховаться. Все-таки там 65-е, 66-е и 67-е уровни. Причем очень много массовых атак. Так, отлично. И я надеюсь, что Армагон все-таки всех добьет. И будет у нас первая победа изящнее, и мы с тобой продвигаемся дальше. Сегодня нам нужно... Ага, нужно. Ну, у нас с тобой маленький запас по героям получается. Мы начали с тобой отыгрывать 60 уровни, а у нас там дальше имба идет. Так что далеко мы сегодня с тобой не продвинемся. Дай бог попадем вообще в Лигу Мастеров. Ладно, давай посмотрим. Так, Жозе, Доминик и Том. У них у всех одинаковые кубки, поэтому я буду брать, скорее всего, наверное, все-таки Жозе. Мне кажется, он почему-то слабее. Так, Донни, подожди пока немножко. Я вот не знаю, стоит ли нам брать с тобой вот этих двух олухов 51 уровня. Так, массовая атака, да, есть массовая атака. И здесь массовая атака. Три массовика затейника плюс хил. Ну, если я даже сыграю через Рахзара и... Ну, надо брать кого-то серьезного. Зека. В принципе, вот эта троечка Леонардо, Рахзар и Зек должны ушатать любого противника. Причем ты не забывай, что Зек замедляет врагов, да? И у нас есть шанс с тобой, как говорится, нанести больше урона. Сейчас проверим. Отлично, Лео сейчас должен двоечку, троечку как минимум положить. Упс, он положил всех. Он просто уложил всех с одной вертушки. Но опять же, не без помощи Зека. Замечательно, так, куда мы с тобой перемещаемся? 11-я позиция, то есть нам еще один бой выиграть. И мы попадаем с тобой в Лигу Мастеров. Ну здесь ясен перец, да, мы выбираем с тобой Кори. У него 60 уровень. Так, Лео, иди сюда.
И давай-ка мы, наверное, отыграем еще двоих. Это будет у нас Кирби Мондогека. Так, провокатором у нас будет с тобой... Железноголову убрать, что ли? Ну, это рискованно, на самом деле. Карайку 70 уровня, без прокачанных скиллов. Я знаю, что Микеланджело сходит первым. Потом 100% сходит Донателло. Выпустит свой шар. Это в лучшем случае. Ну, давай я возьму Тимати. Я рискну, друзья мои. Хотел взять Карайку, чтобы она смогла бомбануть массовой атакой кунаями по врагам. Но решил взять провокатора. А сейчас посмотрим, что сделает у нас Леонардо. Леонардо неплохо сделал. Так, а вот этот удар мне не нравится. По кому сейчас он пройдет? По Кирби. Ну что, добиваем, друзья мои. И опять же у нас с вами идеальная здесь получается победа. Я даже не воспользовался ни Тимати, ни Кирби, ни Мондогека. Они просто тупо простояли в тылу. Ну что же, очень хорошо. И мы с тобой, да, попадаем в Лигу Мастеров. 98-я позиция. Причем с Лиги Мастеров меня постоянно выбрасывают. И очень даже круто. Видимо, там действительно жесткие бои идут за эту лигу. Ну что, берем с тобой Филиппа. И у нас с тобой два отката остается. Надо все это дело как-то отыграть по полной программе. Берем, короче, оригинал Рафаэля плюс Крип. Сюда же берем нейтрализатора, Паукуса. Ага, что-то я разогнался. Без провокатора. 61 уровень, да? 62 максимальный. А, ладно, была не была. Я знаю, что риск есть для Крипа и для оригинала. Но сейчас посмотрим, что сделает Леонардо, во-первых. Если он очень хорошо вжарит, то нам остается просто... Да, нам остается просто добить. Изи. Вот такие вот бои я обожаю. Когда Лео наносит основной урон, ну а потом у нас какой-нибудь из более-менее сильных персонажей просто делает добивочный удар. Ну, на 50-е место, я думаю, что сегодня мы с тобой не заберемся. Где-нибудь будет у нас 70-е, 60-е. Но это тоже неплохо, потому что я пошел на выходные. У нас будет с вами, ребят, 2 дня видосиков. Так, а сейчас мы с тобой определяемся, кого взять. Либо Нонейма, либо Матея. И, судя по всему, это будет, наверное, Матея. Ну что, последние откаты свои тратим. Здесь у нас, значит, Змея Карай, Змейка Вьюн, Караечка и Крис Брэдфорд. И останется у нас еще целая партия, да? Ну что, я думаю, здесь они выживут все. Сейчас Леонардо сделает вертушку. Потом Карайка свои кунаи бросит. И если даже они не помогут, то Змея Карай уж точно всех добьет. Сейчас будем смотреть с тобой. Ну вот, как я тебе и говорил, все получилось на изи. Остается у нас с тобой последний бой. Ну и, как я говорил, где-то место будет 60-е, 65-е, может быть, вот так вот. Поехали. А потом у нас, друзья мои, пойдет испытание. Сегодня будет Армагоша у нас разыгрываться. Хоть он у нас и есть, но все равно стоит подраться. Так, ну что, возьмем, наверное, Лизоньку, да? Давай возьмем Лизу. Так, подожди-ка, тратить откат я не хочу. У нас, в принципе, полная команда. Погнали. Ну, здесь имба, поэтому даже бояться нечего. Никто тут ничего ей не сделает. Так, поехали, просто будем уже атаковать. Усаги делает свою массовую атаку. И я думаю, что тут большая половина, наверное, сейчас упадет. Или на постепенный урон попадет. Вот, об этом я тебе и говорил. Все, проще простого. Ну что, мы с тобой на лиге отстрелялись. И добро пожаловать, как говорится, на испытание. Ну-ка. Какое местечко у нас? Как я и говорил, 65-е. Отлично, ребят, отлично. Конечно, было бы лучше, если бы было 50-е, но с этим ничего не поделаешь. Так, в магазинчике мы уже с тобой были. Так что идем на испытание. Подожди-ка, я хотел посмотреть, у нас... Да елки-то палки. В испытаниях тут все отлично пройдено. Ага, но здесь только из-за уровня, да, мы не можем с тобой одолеть. Здесь мы с тобой полностью все прошли. Кстати, можно было бы пофармить. Но пока нам сыр с тобой нужен. Ну что, поехали за Армагошей.
тут 6 эпизодов. И давай посмотрим, каких нам дали персонажей. Просто великолепных. Мне дали практически всех самых сильных, которые у меня есть в колоде. Так что, друзья мои, давайте разбирать. Ну, я думаю, что здесь можно поставить на автобой. И как минимум до эпизода 7-8 можно даже сюда не заглядывать. Потому что они тут все сами все сделают. Хотя, подожди, Армагоша-то не такой слабый. Он даже на 40 уровне уже наносит урон, да? Своей массовой атакой. Ну, как ты понимаешь, победа за нами. А мы с тобой двигаемся дальше. Тут уже будет 50 уровень. А последний получается какой? Сотый, что ли? О, два Армагоши получили. Ладно, погнали. Тут уже 50 уровень. Ну что, давай, Лео. Подожди, а почему майки начинают ходить? Ладно, сделаем с тобой немножко по-хитрому. Применим уклонение. Теперь сделаем вертушку от Леонардо. И они все упали. Ну это, как ты понимаешь, ожидаемо, да, для нас. Переходим с тобой на третий эпизод, где уже будут они 60 уровня. И мы с тобой, блин, очень быстро у нас тратится, конечно, сыр. Я еще хотел сходить на испытание негодники, глянуть, что у нас там разыгрывается. Так, ну что, Леонардо, опять же будет у нас кто? Ну, Майки будет первым ходить, скорее всего. Опа! Ничего себе он вжарил, ты прикинь. Половину хп отнял у Микеланджело с одного укуса. А он, не забывай, 60 уровня всего лишь. Да, так далеко не уйдешь. Так, Донателло выдерживает. Ну давай, Майки, добей его. Молодец, красавчик. Ну что же, прошли мы еще с тобой испытание одно и поехали дальше. Я вот, кстати, не понял, мы проходили с тобой полностью от корочки до корочки это испытание на Армагона, а? Остается всего лишь 3 эпизода, то есть 4, 5 и 6. Ну давай посмотрим. Так, у нас вот опять эти мутант-белки плюс Армагон, и все это заправлено 70 уровнем. Так, Армагон ходит первым. Кого он сейчас будет кусать, а? Рафаэля. Даже Рафаэлю очень не кисло достается, как ты видишь, да? Дамаг солидный. Так, ну что, Майги станцевал. Надеюсь, эти гаврюши будут промахиваться по нам. Ну и мы с тобой сейчас приступим к массовым атакам. Ну все, попрыгали и хватит. Ну, Армагон, конечно, не упадет. Но прилично он получил. Так, надо его как-то добивать, я уж не знаю. Нет, это бесполезно. Ой-ой-ой-ой, массовая атака. Блин, Рафаэль у нас, друзья мои, в критической точке. Давай-ка мы, наверное, с тобой хильнемся. Ну и попробуем его просто прожать. Ну ты сам видел, да, 70 уровень. То есть он бросает свой валун и очень много наносит урона. То есть на следующей, скорее всего, битве мы кого-нибудь из вас потеряем. Ну что, Армагоша у нас 3 ДНК получил. И мы переходим на 5 эпизод. Твою ж налево, 80 уровня противники. Тут надо быть предельно аккуратным. Я даже думаю, может быть, взять сюда Зека вместо Дони. О, смотри, сейчас что будет. Ну, еще терпимо, если честно. Это еще терпимо. Так, давай-ка, наверное, поставлю уклонение. Если что. Нет, Леонардо надо применять по массовой атаке. Нам нужно избавляться от этих вот мутант-белок. Да чтоб тебя! Ты смотри, что творят, а? Ладно, применяем, ребят, массовую атаку. Уложим их баньки. А вот теперь, наверное, сделаем с тобой усиление на атаку. Мне нужно хильнуться. Так, а он ракеты выпустил, да? Просто я боюсь, что Донателло нет. Пока еще живет. Пока живет. Давай с тобой. Зачем я послал щит, если у нас уже стоит щит? Да что ж я такая? Не надо было такого делать. Ну-ка, пробьет, интересно, Лео? Н-н-н, не пробил. Он так и хочет, да? Он все-таки сейчас отправился именно на Донателло. Слава богу, он промахивается. И мы добиваем. Друзья мои, остается всего одно испытание. Один эпизодик у нас с вами. И если мы его пройдем идеально, то можно поставить жирную точку, да? 4 ДНК на Армагона получаем. И смотрим. 80 уровень, сам Армагон же 90-го. Да, сейчас будет. Вот сейчас действительно будет уже не шуточно.
собрались. Так, еще и постепенный урон сразу повесил, а? Ну ты посмотри на него. Так, Майки делает пляску на уклонение. Надеюсь, это хоть как-то нам поможет. Так, этот взял провокацию на себя. Его надо будет сейчас... Ну, в принципе, если Лео сейчас будет ходить, да, со своей вертушки, я думаю, вот эти вот упадут. Ну, не все, но многие. Так. Слушай, а мне не нравится, что у нас постепенно урон отнимает столько много здоровья. С чего это вдруг? Фу, повезло, что он промахнулся. Так, давай, наверное, поставим с тобой доп защиту. Плюс отхил от Микеланджело. И попробуем пробивным. Этот сейчас будет делать массовую атаку, поверь мне. Ага, ракеты выпустил. Слушай, ну это еще терпимо. Блин, постепенный урон как-то уже больно сильно нас бомбит с тобой. Так, сделаем на усиление атаки. Да чтоб тебя. Вот сейчас, наверное, упадет у нас Рафаэль. Ай, как же это неблагородно было, а, друзья мои. Ну что, я не знаю, может быть, переиграть нам. Эпизод-то мы с тобой этот пройдем, это однозначно, но вот... Не на три звездочки, к сожалению. Хотя он мне и не нужен, по большому счету-то. Чего его должен проходить на три звезды? Я же тут не собираюсь ничего фармить. Армагон у нас давно уже находится в платине. Так что, ребят, я думаю, стоит успокоиться на этом, да? Фармить, конечно, есть кого здесь. Черепашки из космоса. Но я считаю, что если уже фармить, то лучше вот здесь. Потому что здесь чище выбор. Вот, все черепашки, которые нужны, они здесь есть. Ну что, давай зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Платиновые негодники. Так, 70... Ой-ой-ой-ой-ой. 70-й, 90-й уровни. Да что там такое, а? Что там вообще происходит? Так, наверное, вот этих вот уберем. А вдвоем туда бежать, это... Ну, это бессмысленно, согласись. Чувствую, нас распишут тут, как пить дать. Давай-ка проверим. Просто заглянем с тобой. Я хочу посмотреть, что здесь вообще происходит. Так, змей-ковьюн, паукус и нейтрализатор. Блин, причем все имеют массовые атаки, прикинь. Ну, давай начнем с паукуса. Так, вторая атака. Мы его не добили. Я так и думал. Оу, ну, спринтер, понятно, отдуплился. Тимати тоже. У них уровень слишком маленький, поэтому не... Что? Блин, он 90 уровня. Ох, друзья мои. Ну, тут понятно, что вряд ли мы здесь, конечно, справимся. Причем здесь три волны. А мы только на первой уже всех потеряли. Все, железная голова упал. Ну и Усаги, конечно, тут раздавят. Просто мы с тобой фейлимся из-за уровня. Если бы мне здесь дали бы мою имбу, то мы бы их тут раскатали бы. Даже глазом не моргнули бы. Если бы тут был Леонардо, Рафаэль, Донателло и Майки. Ну, а так, ты видишь, неудачно совсем все получилось. Ладно, я это испытание не буду проходить, ребята, даже нос сюда сувать. Ну, не имеет смысла. Я лучше все-таки вот здесь вот сделаю немножечко фарма. Так, подожди, нет, 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 нет. Вот так вот, пожалуйста. $3, вы издеваетесь? 7 серебряных осколков. Да, и закончилась у нас с вами жрачка, а точнее сыр. Ну и что я буду делать? Так, выход из тени, смятение. Так, выход из тени. Давай попробуем с тобой крутануть рулеточку. Авось нам что-нибудь хорошее, может быть, и выпадет. Ну, да, конечно, дадут тебе, ага. ДНК. Ну что, Кейси Джонс фильм нам выпадает. Поехали дальше. Остановочка. Посмотрим, куда приземлиться. На Донателло фильм. Ну что же, давай крутанем с тобой последний раз. И будем надеяться, что что-нибудь путнее все-таки нам здесь достанется. Нет, ничего путнее не достанется. Микеланджело фильм «Одно ДНК». Да, немножко грустно, конечно, что вот так вот получается. Но на Армагона мы можем с тобой распылить. И получаем с тобой 1890 сюрикенов. Лишними они уж точно здесь не будут. Также у нас на караечке, я смотрю, тут есть. Так, подожди-ка, на змей-ковьюне аж целых 5 ДНК. Излишком было. Ну, вроде бы пока и все, да? 10 тысяч ДНК, точнее сюриков у нас с тобой в совокупности. Так что если что-то в магазине у нас с тобой появится, мы обязательно будем приобретать. Так, ну что, можно еще поискать на Донателло. Нам не хватает там совсем немножечко, да? Ну да, немножечко.
18 наушников. Не хочешь? Хм. Так, попробуем найти. Главное, ребят, следить за нашими телепортами, чтобы они не закончились. Хотя у нас с тобой 447 баксов. В следующей серии мы с тобой получим доллары и купим еще 100 телепортов. Так что терпимо. Вот единственное, что меня расстраивает, наушники, ну, просто не выпадают, и все. Так, пошло, пошло вроде бы дело. Опять это пошла зеленая колба выпадать. Да чтоб ее. Опять наушники. Так, и, по-моему, у нас с тобой, да, закончилась пицца. Нафигеть. Все потратил и нашел только 5 наушников. Шанс выпадения, конечно, просто великолепный. В кавычках. Ну что, дорогие друзья, наверное, на сегодня будем закругляться. Наша, как бы, цель до конца недели — попасть в Лигу Мастеров 2 звезды, там удержаться. Будем к этому стремиться. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.